нейтрализовали протосов, но сюда движется огромная стая зергов. Нужна эвакуация. Отставить. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить? Всем кораблям покинуть орбиту Тарсониса по моей команде. Народ, вы там скоро? Черт подери, Артур, не делай этого! Поздно. Штурман, дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Командир? Джим? Что там у вас творится? В последнее время мне все чаще приходится за вами убирать. Не начинай, Мэтт. Снова этот сон? Я сказал, не будем об этом. Вы не виноваты в том, что произошло с Керриган. В чем именно? В том, что ее предали? Или в гибели 8 миллиардов человек? Старая песня. Вы вообще меня слушаете? Посмотрите, в кого вы превращаетесь. Мы сами выбираем свою судьбу. Когда разберетесь в себе, дайте знать. Вы нужны нам. И вновь я приветствую вас, мои дорогие друзья. Что ж, готовы идти дальше? Надеюсь, да. Поэтому поехали, поговорим с Тошем, посмотрим новости и посмотрим, что же у нас нового и вообще всего того всего. Короче, вы поняли. Хм. Твой друг Тайкус плохой. Очень плохой человек. У него много секретов. Думаешь, он нас подставил? Привел прямо в лапы Керриган? Думаю, вы с Керриган пересекаетесь потому, что охотитесь за одним и тем же. А Тайкус скрывает от тебя что-то еще. Я не вижу, что именно. Но берегись. Помни, что разрушение у него в крови. Он прирожденный убийца. Хм, ну да. Кейт Локвелл для UNN. Недавно королева клинков лично появилась на Тирадоре.
доктор Эмиль Нарут, глава известной научной организации Фонд Мёбиуса, столкнулся с королевой лицом к лицу. Но, к сожалению, сейчас он не может дать комментарий. Тем не менее, доктор Нарут сделал заявление, в котором поблагодарил рейдера Фрейнера за помощь в спасении от королевы клинков важных научных... Кейт, простите, что прерываю, но у нас срочное сообщение. Дайте рекламный блок, пожалуйста. Реклама. Кто в глуши ночной палит? Ваш любимый вундеркинд. Запишите своего ребенка в пси-батальон. Ну да. Так, секундочку, надо кое-что сделать. Так, возвращаемся. Собственно, в лабораторию. Почему нет? Лаборатория. Ба-па-па-па-па-па-па-па. Да, что такое? Не, ничего, все нормально. Кстати, вы дракол мой не видели? Красный такой. Нет, не видел дракола, что? Есть какая-то проблема? О, медиваки, ля-ля-ля-ля-ля. Вот не помню, танки я обозревал, кстати, осадный танк Круцио. Бронированная мобильная артиллерия. Оснащен 90-миллиметровыми пушками танк Круцио. Это дорогостоящая модификация модели «Радуга». Дальнобойность 180-миллиметровые осадные пушки увеличена на 50%. Танк стреляет раскаленными вольфрамовыми снарядами. Среди солдат Доминиона бытует мнение, что артиллеристы Круцио чаще попадают по своим, чем по врагу. Может быть, именно поэтому во время побывок бравые танкисты всегда держатся вместе. Испытатель первой модели Круцио Вендел Словенс установил на тачку, так он называл свой танк, навороченную аудиосистему. Сержант Словенс пал смертью храбрых во время боя, но не расслышал он не расслышал приказ к отступлению и попал в окружение. С тех пор ни один танкист не слушает музыку. Вот, но если на самом деле, то давайте медевак. Медевак G-226. Первый импровизированный медевак соорудили медики 19-й дивизии морской пехоты, оборудовав десантный корабль пультом дистанционного управления. В условиях постоянных кислотных бурь на планете Телан-7 это позволило увеличить среднюю продолжительность жизни медика на 30 секунд. Ну ладно, шучу, на самом деле не знаю насколько, потому что у меня не отображается дальнейший текст. Морпехи до сих пор с подозрением относятся к лазерному скальпелю и открещиваются от автоматического наложения швов. Обе этих технологий были разработаны компанией Процион, чьи услуги оказались самыми дешевыми, видимо. Ну, я предполагаю, на самом деле, я опять же не знаю, текст не отображается. Мария Теласос по прозвищу «Мама» была одним из первых пилотов медевака. В свое время она спасла сотни жизней. Позже Мария убила двух морпехов за то, что те, как утверждается, упорно называли медевак «Хиллботом». По слухам, после ресоциализации Теласос вернулась на службу в армию Доминиона. Грустненько. Итак, что же у нас здесь есть? Что же есть флот? Быстрая высадка. Это очень полезная штука. И система синхронизированного лечения. Сразу несколько целей одновременно. Я думаю, прокачаем и то, потому что медеваки нам будут нужны. Тем более 5000 кредитов осталось, да бога ради. Технику мы прокачали, базу мы тоже прокачали всю. Поэтому нам ничего такого особо не надо. И мы идем на мостик, дорогие мои друзья. На мостик, конечно же. Все думаю про Тирадор, и сдается мне, что можно зарабатывать деньги и без высадок на планеты, захваченные зергами. Если боишься, возьми себя в руки и постарайся не отвлекаться от мысли о деньгах. Уже стараюсь, брат. Изо всех сил стараюсь. Рад видеть вас, сэр. Все доступные задания загружены на звездную карту. Мэтт, я... Черт. В общем, спасибо тебе. Да, собственно, не за что. Это мы его как бы благодарим, ну, в принципе, да, она за то, что он не дает отчаиваться нашему брому капитану Рейнеру. Что же я хотел сделать? Наверное, пойти на звездную карту.
Итак, у нас есть Тифон, есть Кархал. Теперь у нас есть Один. С ним мы пробьемся на студию UNN на Кархале. Когда Один уничтожит охрану, мы пустим в эфир компромат на Менгска. Это будет самое громкое шоу за последние годы, после которого нас, вероятно, попытаются стереть в порошок. Это да. Мёбиусы наконец оправились после бегства от зергов и устроились на новом месте. Они сообщили, что следующий артефакт находится на милой планетке под названием Тифон. В общем, мы сюда пойдем, потому что на Кархал мы еще успеем сходить, тем более Кархал — это одна из обязательных миссий. Поэтому там без вариантов. Тифон, наш все, поехали. Вот он, Тифон. Неплохо выглядит, а? Да, сенсоры показывают... Подождите. Что за... Интенсивность излучения звезды подскочила на 500%. Никогда такого не видел. Погоди, Мэтт. Что это значит? Это значит, что через несколько часов звезда взорвется и превратится в сверхновую. А до тех пор планета будет охвачена волнами огня. Огонь. Почему всегда огонь? Есть и хорошие новости. В этом районе у нас значительные запасы провизии, поэтому вам не придется строить хранилище. Ну, хоть что-то. Итак, где наш артефакт? Вот здесь. Прямо посреди целой тучи протосов. Мы можем перемещать мобильные здания, чтобы не попасть под волны огня. Все, что не сможем увезти, придется разбирать на материалы. Ты что, спускаться туда собрался? Не дрейф. До взрыва солнца еще несколько часов. Тогда давайте заберем артефакт и смоемся, пока эта ваша королева клинков не заявилась. Ну что ж, мы и прилетели на планету. Эй, ковбой, ты зонтик от солнца захватил? Свон, сейчас не лучшее время для шуточек. Да не горячись ты. У меня для тебя очередной подарочек. Банши. Девочки обучены истреблять наземных противников и маскироваться умеют. Ты их полюбишь с первого взгляда. Берегись протосских пушек. Они засекают замаскированных банши. Поняла. Так точно? Так. На самом деле зря потерял. Прекрасно. Турбина на полную. А теперь ставим базу и начинаем охоту за артефактом. Вот минералов тут, конечно, не очень много. Ну ладно, что поделать. Недостаточно минералов. Кому навешать? Внимание! Приближается огненный фронт. Будет сделано! Так, ладно. Входящее сообщение. Джеймс Рейнар. Мы давно ждем тебя. Теперь ты заплатишь за осквернение наших священных реликвий. Черт, только не эти талдаринские живчики. Совершенно не умеют вовремя остановиться. Мотор ревет. Так. Блин, как он заметил-то? Отлично. Сделаю. Приказы будут? Обидненько. Месторождение минералов выработано. Есть работенка. Эй, вооружен и... Так. Недостаточно минералов. Ну да, с минералами здесь, конечно, будет проблемки. Ладно, надо не терять их. Слышим. Будет все замечательно. Кому навешать?
Что происходит? Не кричи. Угу. Сигнал получен. Стволы наготове. Легко. Кого подлатать? Прием. Турбины на полную. Отлично. Так точно. Надо будет найти. Вылетаю. Все. Прекрасно. Уже там. База атакована. Вся внимание. Поняла. Сделаю. Подтверждаю. Отлично. Так, потихоньку надо уже сюда перебираться. Без на самом проблем. Деле. Стволы наготове. Недостаточно энергии. Так точно? Блин, ну то, что они без энергии, ну как-то прям совсем прискорбно. Турбины на полную. Прекрасно. Так. Все, ребятки, давайте летите вот сюда. База атакована. Похрена, что база атакована. Ты давай сюда. В принципе, все эти здания мы можем поднимать, за исключением. Тревога. Волна огня в опасной близости от базы. Требуется немедленная эвакуация. Думаю, вот сюда поставить. Долдаримы заняли удобную высоту на востоке. Было бы неплохо выбить их и перенести туда нашу базу. Ну, мы пока вот так вот поставим. Думаю, они не сильно на нас обидятся. Недостаточно энергии. Так, ребятки, давайте вы тоже перебирайтесь. Скорее всего, больше не будем строить. Вооружен и опасен. Будем сейчас выбивать их отсюда. Неподходящее место для посадки. Как-нибудь вот так вот поставим. База атакована. Давай, удиви меня! Месторождение минералов выработано. Приказ получен! Так. Особо нельзя Перестройка терять. Перестройка завершена. Блин. Надо, кстати, парочку вот этих построить, чтобы они летали и спасали моих ребят. Вот я сейчас прокосил-то мулом. Пристройка завершена. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно так. Минералов. ТСМ готов. Надо хоть медика какого-нибудь построить, как вариант еще. Ай, мне жалко, к сожалению, Nexus и... Месторождение наших ребят. Чё, газа у нас дофига, кстати. Мотор ревёт. Я думаю, поставить где-нибудь вот здесь, например. Ура! Можно было максимально Ура! Долго изучать. Кто на новенького? 165, блин, мало. Что происходит? Кого подлатать? Очень-очень мало. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Так, ладно, сейчас они долетят, похилят. Впереди великие открытия. Месторождение минералов выработано. На помощь! Брось с дороги! Штаб, я вас слушаю. Недостаточно минералов. К трудовым подвигам готово. Приступаю. Так, подхилят их немножко. Вооружен и опасен. Покатились.
Прекрасно. Вылетаю. Сигнал получен. Легко. Без проблем. Бегом! Хорош. Шикос. Поняла. Прекрасно. Сделали. Отлично. И теперь потихонечку. Так точно. Долдаримская база удобно расположена. Нужно вытеснить оттуда протосов и занять их позицию. Мотор ревет. Ах ты гаденыш. Почти всю мою пехоту уничтожил. Ну все, а тебе кранты. Приказывайте. Видеосвязь установлена. Без проблем. Уже там. Здравствуйте, командир. Так точно. И грянь. Приказывайте. Чуюзом. Приказывайте. Видеосвязь установлена. Это откуда чего чего? Штаб, я вас слушаю. Здравствуйте, командир. Без проблем. Видеосвязь установлена. Цели получены. Так хватит собирать мои вещи, ребята. Приказывайте. Улучшение завершено. Все, улучшение завершено. Замечательно, не хватает, блин, обидно. Ну ладно, сейчас сюда пойдем. Пока поднимаем нашу базу. Штаб, я вас слушаю. Пусть она потихонечку летит. Я сказал, пусть она потихонечку летит. Выкладывай. Так, газ. Да. Газ. Угу. Здравствуйте, командир. То ж туда, то ж сюда куда-нибудь, даже вот так вот, наверное. Недостаточно минералов. А! Чего? Примулы сейчас мне минералов довольно много дадут. Так. База Талдаримов ликвидирована. Теперь мы можем занять их место. Жертвы наших воинов были не напрасны. Мы с радостью отдадим жизни, лишь бы приблизить твою погибель. Конечно, конечно, я ничего не говорю вам. Приказывайте. Подтверждаю. Пристройка завершена. Так, раз, два и куча маринов. Так. Месторождение минералов. Не очень много, конечно, но, блин, чем богаты, тем и рады. Пристройка завершена. Доктора вызывали? Жалко, конечно, что вот эти строения нельзя разбирать, но. Штаб, я вас слушаю. Что поделать? Ладно, сейчас немножко маринесов подкопим, и будет все замечательно. Кому навешать? Есть работенка. Так, в принципе, я думаю, что надо будет вот так сделать, да, на всякий случай, и вот так сделать. Ну, чтобы просто придержать армию протосов на случай, если что, вдруг не так. Пам-пам-пам-пам-пам. Не туда я послал, конечно, его, ну ладно. Мотор ревет. Приступаем. Месторождение минералов выработано. Бегом! Сделаю. Не молчи. Приказывайте. Отлично. Хорошо. Так точно, сэр. Починить всех там, кого можно. Месторождение минералов выработано. Бежали дальше. Вылетаю. Покатились. Месторождение минералов выработано. Дважды можно не... Здравствуйте.
Месторождение минералов выработано. Приступаю. На помощь! На помощь! Турбина на полную. Вылетаю. База атакована. Все понятно. Штаб, я вас слушаю. Приказывайте. Так. Улучшение завершено. Так точно, сэр. Приступаю. Жду не дождусь. Плохи мои дела. Поняла. Надо их быстрее угрохать. Плавно позабыть. О, они на базу снесли? Серьезно? Ха, лол. Выкладывай. Веселые ребята. Ура! Штаб, я вас слушаю. Видеосвязь установлена. Надо быть поаккуратней. Здравствуйте, командир. Стволы наготове. Прекрасно. Приступаю. Кому навешать? Угу. Так точно, сэр. Здесь ничего-то не было. Подтверждаю. Без проблем. Так точно? Давай, удиви меня. Так. Турбина на полную. Вылетаю. Уже там. Сделаю. Угу. Легко. Мотор берем. Не успеет, скорее всего. Минералов. Так точно, сэр. Бедненько, ну ладно. Есть, так, кстати, дочините быстрее вот эту фигню. И теперь собирайте сами. Так, ну чисто в теории. У меня у ребят почти полная. Маскировка, может быть. Турбина на полную. База атакована. Высылайте подмогу! Видеосвязь установлена. Уже там. Так. База атакована. Штаб, я вас слушаю. Отлично. Круто! Угу. Видеосвязь установлена. Так точно, сэр. Делаю. Угу. Покатились. Огонь совсем близко, сэр. Необходимо срочно передислоцировать строение. Да уже вроде как. Этим только и занимаюсь, по сути. Так, дислоцируем вот сюда. И, собственно, здесь же будем сейчас обороняться дальше нашу базу. Поняла. Как-нибудь на троечку их сделаем. Штаб, я вас слушаю. Я уже заждался. Здравствуйте, командир. Недостаточно энергии. Так. Выкладывай. Быстро добывать, при этом сюда-сюда. Понял. И, наверное, вот так. Водишь ты. Сюда. Сюда. И как-нибудь вот сюда. Вот так вот. Видеосвязь установлена. Угу. Здесь я вроде проскочил, нигде ничего не было, скорее всего, где-то сверху. Отлично. Штаб, я вас слушаю. И что, чё, кого решили добывать за мой счет? Приказывайте. Месторождение минералов выработано.
ваш? Видео. Месторождение минералов выработано. Угу. Пристройка завершена. Подобывали они здесь, конечно, неплохо, но ничего, мне в принципе хватит. Так, ты тоже иди давай. Все, шикос. Месторождение минералов выработано. Как самочувствие? Я думаю, примерно такого количества нам войск должно плюс-минус хватить, поэтому будем надеяться на то, что я все-таки вырулю. Если нет, будет, ну, очень обидно. Так. Прочь с дороги! Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Штаб, я вас слушаю. Мотор ревет. Мотор ревет. Так точно, сэр. Так смешно, когда они, короче, палят по моим морпехам, вместо того, чтобы палить по авиации. Это так прикольно. Мне прям нравится. Блин, опять не на ту назначил. Ну ладно, они там разберутся. Вооружен и опасен. Так. Месторождение минералов выработано. Ну давай еще одну, ну. Чуть-чуть. Мотор рев... Шкос. Мотор ревет. Приказывайте. Сейчас можно потихоньку выдвигаться. Последний как раз возьмем. О, моя пехота. Разом почти вся была уничтожена. Уже там. Это было очень больно и обидно. Отлично. Прочь с дороги. Штаб, я вас сейчас слушаю. Захиляем. Месторождение минералов выработано. Видеосвязь установлена. Месторождение минералов. И как бы я круто слил все войска свои абсолютно. I'm fucking hero. Круто. Отлично. Видеосвязь установлена. Просто Epic Win. Ладно, сейчас подзагружусь. С последнего сохранения. Надеюсь, это не сильно далеко. Пристройка завершена. Так. Все хорошо, все хорошо. Хо-хо-хо. Кого подлатать? Сидим на базе, никуда особо не лезем. Минералов выработано. Пристройка завершена. Так. Пам-пам-пам. Давай, удиви меня. Строим, 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 строим. Видеосвязь установлена. Кто на новенького? Штаб, я вас слушаю. Здравствуйте, командир. Вооружен и опасен. Мотор ревет. Месторождение минералов выработано. Приказывайте. Месторождение выработано. Выработано. Месторождение выработано. Месторождение минералов выработано. Это тоже выработано, это тоже выработано. Все, короче, выработано. Здравствуйте. К трудовым подвигам готово.
Приказывайте. Ложись! Маскировка включена. Штаб, я вас слушаю. Мотор ревет. Так, почти дорабатывайте месторождение, и мы сейчас улетаем. Улучшение завершено. Пошло-поехало. Приказывайте. Здравствуйте, командир. На пороге. Сделаю. Мотор ревет. Видеосвязь установлена. Приказывайте. Штаб, я вас слушаю. Смерть на пороге. Мотор ревет. Можно перестать и, допустим, улететь дальше. Все. Улетаем. Раз, получается, два и три. Летим, 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 летим. Видеосвязь установлена. Приказывайте. Сейчас будем прорываться, надеюсь. Пам-пар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 ам. Включена. Здравствуйте, командир. Подтверждаю. Турбины на полную. Отлично. Турбины на полную. Сигнал получен. Поняла. Мой крик. Видеосвязь установлена. Приказывайте. Уже там. Да добейте в эту фигню. Видеосвязь Штаб, я вас слушаю. Приказывайте. Здравствуйте, командир. База атакована. Выкладывай. Нет. Высылайте подмогу. Видеосвязь установлена. А? Есть. Приказывайте. База атакована. Покатились. Так, покатились, садимся. Берем сюда, всех направляем. Ставим раз, ставим все-таки два. И ставим все-таки три. Штаб, я вас слушаю. Здравствуйте, база командир. База атакована. Ты что, офигел, что ли? Так точно, сэр. Выкладывай. Добычу минерала. Недостаточно энергии. Что стряслось? Хотя зачем? Не надо. Есть работёнок. Чё-чё, а газа у нас дофига. Мне лучше бы построить... Кого подлатать? Инженерку. Здесь нельзя строить. Точняк. Видеосвязь установлена. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Ага. А? Что происходит? Так. ГСМ готов. Если помогите им построить. Приказывайте. Есть работенка. Понял. Они же, по идее, эту могут построить, нет? Нет? Ну ладно. Есть. Да. Да. Уже там. Подтверждаю. Оп-оп-оп-оп. Делаю. Поняла. Да ты шутишь, что ли? Мразота мелкая. Прекрасно. Сигнал получен. Выкладывай. Пристройка завершена. Так. Добывай давай. Что происходит? Вся внимание.
Так. Недостаточно минералов. Короче, ребята, добывайте, да, давайте. Да. Не, минеральчики. Блин, 14 минералов, серьезно. А? Видеосвязь установлена. А, ладно. Давай, удиви меня. Недостаточно минералов. Па-па-пам. Отлично. Не кричи. Турбины на полную. Славно позабавимся. Стволы наготове. Мотор ревет. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Отлично. Легко. Так. Сигнал получен. Приказывайте. Месторождение минералов выработано. Ну, сейчас мы вам люлей-то надаем, ребятки. Даю. Оп. Прием. Шкузненько. Недостаточно минералов. Ничего. Переживем как-нибудь, что минералов недостаточно. 130, блин, надо бы где-то еще подцепить. Видеосвязь установлена. Ну где? Конечно, вопрос. Улучшение. Месторождение минералов выработано. Мотор ревет. Это, скорее всего, будет последняя атака. Недостаточно минералов. Да. Сигнал получен. Здравствуйте, командир. Приказ. Не кричи. Прекрасно. Видеосвязь. Отлично. Бегом, марш! Сделаю. Месторождение минералов. Сейчас мне будет больно. Рик, ну, блин, давайте, врагов. Уничтожайте их вещи. Вооружен и опасен. Вылетаю. Здравствуйте, командир. Мотор ревет. Недостаточно минералов. Месторождение минералов выработано. Прекрасно. Уже там. Видеосвязь установлена. Турбины на полную. Подтверждаю. Давай, удиви меня. Сигнал получен. Месторождение минералов выработано. Так, попробуем. Да, чую заварушку. Врёшь, не уйдет. Стволы... Стволы наготове, давай. Так точно? Врёшь, не уйдет. Будем сейчас расхреначивать, чем моём. Здравствуйте, командир. Надерём им задницы. Ура! Mission complete. Артефакт у нас. Пора убираться отсюда. Мы будем преследовать тебя по всей вселенной, Джеймс Рейнор. Даже если мы убьем тебя 1000 раз, это не искупит твоего бессмысленного святотатства. Как-то так, друзья мои. Ладно, всем хорошего дня. С вами был, как всегда, я. И, в общем-то, всем удачи. Выполните задание сверхновое на сложности ветерана. Что ж, 75 единиц боевых строений. Короче говоря, я уничтожил 73. Вот, чуть-чуть. Двоих еще надо было убить. Я бы выполнил вот задание. Ладно, всем удачи, всем пока. Увидимся в следующий раз.